церковь. Добрый день, Скопа Церква. Я поделюсь с вами свидетельством. Сейчас поделюсь с вас свидетельством. Которое произошло за год-полтора до военных действий в 2014 году. В этом месяце случае одна година или две преди военных действий для 2014 година. Это произошло в городе Донецк. Случилось его в город Донецк. В общем, тогда была конференция Карлоса Анакондия. Тогда имаше конференция на Карлос Анаконди. Я ехал туда один. И потовах за там сам. Я вышел с маршрутки, подошел к светофору. И излязох от автобуса, утидох при светофар. Случайно пошел на красный свет, и меня сбила машина. И случайно трыгнах на червена светлина, и мне был снакула. Это был белый ланос. Това беше бял ланос. И я чудом ничего не сломал. И с чудо ничто не сисчупих. Отделался легким стрессом и разве что локоть просто поцарапал, и все, об асфальт. И сиудрасках лакотя в асфальта. Потом вызвали маму, она как раз была в тот момент была в церкви. В фонде момент беше на церкви. Потом она пришла и проверяла, все ли со мной хорошо. То я говорю, да, мам, да все со мной хорошо. И тебя мне пита, всичко ли добре, я сказал, да, маму, всичко и наред. И водитель, конечно, так жалко, он весь потел, трясся. Я очень жал за шофера, то есть сотряс. Он очень нервничал. Трясешь и много себя притесняваешь. Так жалко ему нас стало, что он 500 гривен дал. Больше не толку жал, что они дали 500 гривен. И в общем, вот так Господь совершил со мной чудо. И такая Господь извершил такого чуда. Если бы Господь меня не спас тогда. Аку Господь не меня спасил тогда. Я бы сейчас прямо здесь тут бы не стоял. Сега нямаше да сум тук. Меня бы вообще здесь не было. Нямаше изобщо да сум на тази земя. Поэтому это такое чудо. И за твое много гулям. И еще я тогда в духе услышал, именно в тот момент. Аз чух вонзи момент. Сын мой, тебе рано еще на небо. Исполни мое предназначение на земле. Рано тебе още идваш при мен на небето, трябва да си исполниш предназначението тук на земята. И тогда я понял, что Господь для чего-то оставил меня на земле. И тогава аз разбрах, че Господь ме оставил за нечто на тази земя. Так что я буду двигаться в призвании Божьем. Така че ще се движа в Божието призвание. То, как Он велит, и буду дальше так жить. И ще продолжавам да живея по този начин. Всем спасибо. Благодаря вас. Слава Богу. У нас будет проповедь сегодня?